Всем привет! В этом видео я хочу сделать вместе с вами ламинирование или биозавивку ресниц и также бровей. Эту процедуру можно делать в салоне, но также, если у вас руки из правильного места растут, можно сделать дома самостоятельно. Что я перед вами без макияжа, но мне только тон и румяна, чтобы просто свежо выглядеть. И сейчас вместе с вами я буду делать процедуру биозавивки ресниц. Я вчера забрала свой набор. Это не реклама, вы можете заказывать какие угодно наборы, они бывают разные, разные бренды. Я заказала вот такой люкс. Здесь получается в комплекте 3 состава для самой процедуры. Также 3 подушечки разного размера S, M и L и клей для ламинирования. Также понадобится вам обезжириватель и специальные щеточки такие маленькие или ватные палочки, чтобы укладывать реснички. Я уже однажды пробовала делать эту процедуру, но состав у меня был плохой, очень дешевый, поэтому у меня все коряво получилось. Но по факту достаточно легко все и просто делается. Главное себе в глаз не попасть составом. На самом деле мастера, которые некоторые делают в салонах эту процедуру, я им даже меньше доверяю, чем себе, потому что они слишком сильно выгибают глаз, и выглядит все ужасно. Если вы когда-то видели в Инстаграме эти видео, я вам поставлю, покажу, поэтому лучше сделать самой. Так что, ну что, мне нужно сначала подобрать нужный размер валиков. Здесь есть S, M и L. Давайте экспромтом откроем M размер. Наверное, мне нужно S-ка. Теперь нужно обезжирить века и реснички. Теперь нужно приклеить валик, немножечко наносим клей. Ну все, один валик приклеили, и теперь надо по очереди сделать все составы. Ну что, я делаю все по инструкции. Я, кстати говоря, могу оставить ссылку на саму инструкцию на каком-то сайте именно конкретно для этого состава. Я нашла в интернете просто, потому что в коробочке почему-то не было. Нужно нанести первый состав, выдержать его аккуратненько тонким слоем, потом убрать ватной палочкой сухой, потом нанести вот сейчас синий второй состав. Для фиксации его нужно в 2 раза меньше, чем первый. В общем, все по этапам очень просто. Я вам оставлю ссылку и сможете все сделать по инструкции. Мне, если честно, не терпится сделать второй глаз и приступить к бровям, потому что я хочу именно заламинировать классно брови. Ну что, первый глаз готов. Я сняла валики и я хочу скорее сделать брови. По-моему, они чересчур соболины широкие. Мне, в принципе, нравится. Потом мы их уложим, надеюсь. Слушайте, я и не знала, что у меня брови настолько длинные. Ладненько, допустим. Нужно теперь подождать 10 минут. Реснички очень миленько так завились, можно почти не красить. Но бровь, конечно, у меня сейчас. Ну что, у меня уже второй этап. Синий состав на бровях, который как раз-таки снимает предыдущий и укрепляет сами волоски. Посмотрим, что сейчас получилось с бровями. Ну что, по-моему, очень неплохо. Такой, знаете, долговременный эффект геля для бровей. Выглядит ухоженно все и очень мило. Ну что, я показала вам на половине лица процедуры, сейчас буду делать вторую, чтобы просто вам наглядно было все видно и понятно, и не задерживать вас надолго, потому что, получается, минут 20 у меня ушло на глаз и на бровь на одну. Надеюсь, это видео было вам полезно, и да, в принципе, можно не бояться делать дома процедуры, получается все так же красиво. Особенно брови, в принципе, это вообще элементарно сделать, так что, надеюсь, было вам полезно, всех обняла, всем пока!